Так, так, так. И там финиш! Я вижу его! О, я не достал до него. Всем привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, Овер и Арктик. И мы продолжаем играть в GTA Online гоночки. Всем привет, друзья. Короче, ребят, вообще фейл полный. Я не успел выбрать машину и еду на каком-то... Боже мой, меня с самого начала раскрутило. И ты заметил, сколько желтых, сколько желтых машин? Дима. Ну, я не знаю, ты сам выбирал. Времени было много. Я не выбирал, в том-то и дело. О-о-о-о-о, вот это жестко, погоди. Какая эпичная рампа, ты видал? Офигеть, погоди, я, наверное, думаю, от первого лица попробовать попроходить ее. Хотя ребята там проехали. Нет, иди в жопу, потому что ты нажал готов, я попросил тебя не жать готов. В смысле, я давно нажал, а только потом сказал. Ладно, неважно. Гоночка. От первого лица. От первого лица. Ну, она, конечно, говно машины. Я не проеду. Все, Димас, забей. Я не проеду эту рампу. Настолько говнястое начало, это просто эпик, на самом деле. Офигеть. А я куда? Куда? А, лол, я ж прошел. О, ничего себе. Чего? Я прошел рампу. Она изи. Да, вообще изи рампа. А, я думал, от третьего лица. Нет, там уже даже финишировали люди. Блин, я приеду в четвертый. Я думал, что там записать на F1, вот. А, не-не-не, я все, я норм прошел. Просто, ну, очень эпичная рампа, на самом деле. Да, изи я прошел, на самом деле. Оп, и я четвертый еду. На самом деле, да, от первого лица все изи, но я хотел... Ой, ё-моё, стой, слушай, а там пик... Да, чекпоинт, он там. На рампе? Надо вылететь. Нет, не на рампе. Он вылетаешь из нее, и там он, короче. На земле, да? Да, где-то, я не помню. Ну, просто мне интересно, да, был на рампе он был или нет. Ладно, ребят, я извиняюсь, если я буду кашлять. Я, честно говоря, приболел, поэтому, ну, я не знаю, я все еще болею. Вот, поэтому, ребят, ладно, извиняюсь, реально, за то, что голос такой посаженный. Я думаю, это не помешает, в принципе, да? Так, так, я еду четвертый. И я приехал четвертый, все ясно. Ну что ж, друзья, первая гонка пролетела очень быстро, и сейчас у нас вторая. Смотри, парень в кустах, короче, да, заславнился. У меня такое. Жестко. Да, ребят, первая гоночка, в принципе, далась нам легко, и я надеюсь, вот это будет так же легко нам. Ну, на самом деле, не факт, но мало ли что. Да. Блин, кстати, сейчас у меня... А куда? Ой, тут бревна! Ой, боже мой! Такое дерьмо. Погодите! А кто-то проехал! Вот сейчас повезло. Дай выехать, блин, дай выехать. Вот, все. Вот я второй даже. Повезло тому, кто проехал первый. Он вообще очень далеко, а я застрял. Я, короче, я за ним, кстати. Надо было сразу F нажимать. Блин, я сейчас буду в конце, да, заспамиться. Понятно, а я второй еду, но здесь капец, дорога хреновая, меня размывает. Ой, лол, ладно. А куда ехать-то? Кстати, я сейчас наконец все-таки урвал машину, успел, потому что в прошлый раз что-то вообще не получилось. Просто какая-то хрень произошла слишком быстро, все, а я искал Зинторна. Да с... Тихо! Нет, как же здесь... Зачем толкаться-то, пожалуйста? Пожалуйста, нет, уходи. Так. Какой-то зигзаг. Не, капец, это воу, вообще. Тут... Нет, блин, все. Нет, подожди. Ладно, я выкарабкаюсь. Давай. Понимаешь, надо было брать самую медленную тачку здесь, чтобы не... Чтобы она просто не валила нифига. Да, реально, потому что на быстрых я не понимаю, как ехать. Я вот еду седьмой, ну, потому что там изначально я тупанул. Ну, нормально. У меня просто выкидывают все время на каждом повороте, реально. Я опять упал. Я не знаю, я только что упал, но ладно, я держусь пока что. Тут вообще надо тормозить. Рампа будет, братан, а рампа будет. А, там рампа еще? Такая эпичная, на самом деле. Просто, ребят, посмотрите на эту рампу. Реально? А, вижу. В Испании это типа написано, это из 8 вроде рамп соединено. То есть, понимаешь, да, насколько это громко. Ай, я... Я мимо поехал, упал не на мост, а прямо ехал. Блин, ой! Так. Да ты стой, да хорошо. Блин, а рампа огромная, реально. Я не знаю, насколько она тяжелая, но выглядит эпично. Выглядит эпично, смотри, какие промежутки, как будто нахрен даже не долетел. А, я тебя догнал, алло, я пятый, здорово, я сзади. А как на рампу-то попасть? А я не знаю, а вообще. Как на нее начать ехать? Стой, лол, а на рампу надо залететь сначала? Ой, куда? А вот, все, я нашел. Я не туда. Я второй почему-то ехал, а как, я не знаю, я куда-то ехал. Все, я почему-то... А как на рампу? А, вот, вижу, заезд. Блин, твою мать! Оп, чувак, я поехал. Все, я погнал. Димас, короче, я еду такой, и тут на меня чувак с другой рампы падает. Лол. Вот это господи. Трэш просто, ребят, трэш полный. Здесь еще, короче, а как залетать на верхнюю рампу-то? Давай. Вот. Так. Вот, ребят, ну я думаю, вы обязаны поставить лайк за такую огромную рампу. Серьезно. Так, я еду. Просто, блин. Аккуратно. Хоп. Оп, все нормально. Да что ж меня вниз-то сносит? Почему? Так, капец. Здесь, видимо, явно вот на вот эту. Давай аккуратненько так. Помощь, блин, да что за бомж сзади? Это ты, Димас? Не, почему я? Я просто других бомжей здесь не знаю. Ладно, ясно. Все, давай. Так. Ха-ха-ха, блин. Оп. Ха-ха-ха, блин. Оп, да что ж меня так за это закидывает-то зад мой, что ж перекидывает меня. Жрать капец, надо. Вот это да. Блин, ну слушай, ну вот реально, я сейчас так хорошо в прошлый раз приземлился, все, больше не получается. Так, а смотри, я вот заезжаю на первую рампу, спрыгиваю на вторую, и там меня тупо заносит. Хоп.
Ты на чем едешь? На Осирисе. А, не, во, все, сейчас ок. Так. Ну вот, я, короче, проехал нормально в первый раз, а тут какой-то бомж помешался, так. Реально. Меня так это все бесит. Так. Вот все нормально еду. Ой, лол, там финиш, я хотел уже туда лететь, только потом понял, что рано, типа, надо еще дальше идти. А, взять этот финиш, реально. Капец, как же я долго шел, я, блин, почти прошел, наверное, эту рампу. И упал. Так, так, так. Я вот после финишную рампу только что прошел, дальше еду. Слушай, Димас, мы реально уже далеко. Так, и ты сейчас вот там упадешь, смотри. Смотри. Не упал я никогда. Я мимо рампы приземлился. Почему? Так, 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 так. Предпоследняя была! Твою мать! О, я же говорил. А ты даже так далеко не доехал. Ты ну и чё? Я еще и живой был бы, наверное, оп, если бы не отреспаунился. Блин, вот это такой фейл, реально, предпоследний. Уже кто-то финишировал, да? Да, или? Да, на третьей позиции кто-то уже финишировал. Я пятый еду. Да какого? А какой ты? На самом деле мы каких-то потных чуваков набрали с тобой. Так. Еду, это отлично. Очень плотные чуваки, они какие-то, знаешь, такие совсем уже, ну, гонщики, короче. Так, погоди, я жестко еду прям вообще. Димас, ты сейчас упадешь, вот как ты мне каркал, короче, из-за тебя я просрал, наверное. Так. Вот. Димас, сейчас упадешь, ты вот жди. Так. Сейчас упадешь, ты еду, не доедешь. Еду, давай. В последней рампе, Димас. Так, последняя рампа, не последняя. Так. Ты что, реально, что ли, Димас? Найс, так. Да, Димас. Так, и там финиш, я вижу его. Оооо, я не достал до него. Вот, Димас. Я не достал. Серьезно, я летел в финиш и не попал в него. Ты понимаешь? Подвинься, пожалуйста. Отлично, Димас, просто молодец. Я прошел всю рампу и не попал на финиш. Ты это понимаешь? Я понимаю, знаешь, я почему-то даже не удивлен. Мне кажется, это вполне нормальная ситуация. Офигеть. Я так старался. Я так вообще все там проходил, что аж не попал на рампу вот сейчас. Что аж не попал, так проходил хорошо, что аж не попал? На финиш не попал. Ну, и на рампу просто... сейчас не попал. Да все, мы не успеем пройти, наверное, 30 секунд. А, да. Блин, конец гонки, серьезно? Да, обидно вообще, ой-ой-ой, обидно. Это реально, Димас, обидно. Потому что так. Мы так потели с тобой. Оп. Ну я, не, уже времени тупо не хватит доехать. Даже если я сейчас все идеально проеду, мне не хватит. Не, вот я сейчас еду очень вот так, уверенно. Так вот хватит, нет? Блин, я, короче, решил с нижней рампы попробовать. Все равно ага. Потерять нечего да, было. Да. Вот. Ну все. Ну что ж, друзья, мы снова играем в гоночку, и у нас, по-моему, прибавился один человек. Тебе я не знаю, я просто видел сзади огромную рампу, и это очень здорово. Я хочу побыстрее. Вот посмотри, сзади там петли нас... какие-то вообще. А, огромная. Выглядит очень опасно. Смотри, сколько желтых машин. Я думал, сделаю желтенькую, буду индивидуальный. Ясно, надо будет перекрашивать потом. Молодец, Дима. Офигеть. Индивидуальный хэштег. Короче, слышишь, я сейчас был хитрый, я реально хитрее сейчас поступил. Я на Догду поставил бабки, а не на себя. Ага, ничего себе, изи бабки. Так, не, на самом деле, я хочу приехать. А прикинь, я сейчас первым приеду, вот это рофил будет. Ну да. Так, ой, все столбы... Ой, найс, меня кто-то там бустит. Так. Вот пока что я еду хорошо, вот пока что реально. Если я еду хотя бы сейчас, так, то просто... Так, я еду пятый. А это хорошо или плохо? Нас всего 8. Я не знаю. Оу, я, короче, развернула меня. Оу, меня добил. Нет. Оу, я еще пока что первый, пока что. Нет! Но мы все равно, кем бы, каким бы ты сейчас ни был, мы на рампе все встретимся. Это жестко. Да, я просто вот говорю, что так. Приятно быть первым в любом случае, так. Понимаешь? Даже, так. Ой. Так. Ой, даже до рампы приятно быть. Типа, знаешь, хотя бы до рампы был ну, первый. Ну да. Так. Потому еду. Что на рампе там в любом случае дерьмо полное будет. Так. Хоп, так. Поворотик, о, вошел, я догоняю всех. Полицейский разговор. Так, догоняю. И все, это начало рампы или что? А, не. Просто прыгаем. Так. Так, а это что такое? Вот это я не понял. Так, я догоняю уже, я вас догоняю, чуваки. О, Димон, здорово. Димон, забей, я не понимаю, куда ехать. Так, вот сюда, прямо. Так, все. Подожди, стой. Лол, а куда ехать-то? А куда ехать? Походу. Вот рампа, походу. Пора на рампу. Да? Блин, да свали! Time to rampa. Time to ramp. Time так. To cover. Опа! А, во, все, я понял, поехали. От первого личика. Вот это да. Первое лицо. Оу! Нет, вот от первого, наверное, сложно. Сейчас попробую от третьего. По улице сложно, реально. Ну, не знаю, она узкая, поэтому на нее сложно заезжать. Да. И то есть, сложно типа, ехать. Заехать надо удержаться. Да. Тихо. Так. А дальше что? Дальше что? Вот здесь что? Что здесь? Да ладно, я, ой, я лол, еду. Ой, лол. Я сейчас, походу, ой, поеду. Лол. Куда вообще надо было ехать? Я аж умер. Я проехал, я первый. Я аж умер. Да ладно, ребят, все, лайки ставим. Я в какой-то веке, я очень давно не так. Ездил. Первым, я первый. Еду. Дима. Хорош.
Еду. Сейчас... Вот. Да ладно. О, мама! Куда меня вообще? Едь от первого лица. Так я еду от первого, я стараюсь, ой, по крайней мере. Ой, я тупой, от третьего лица еду. Так, от третьего? А как там, а когда петля, как там сделать надо? А я не знаю, я ничего не делал, я просто прямо ехал, оно само все сделалось. Да? Да. Я, ну так, подрулил чуть-чуть, чтобы прямо быть, и все. Не, а я, короче, падаю. А потом на рампе сам камеру там подкручивай, короче. А ты уже финишировал? Все, все, вот сейчас еду, вот сейчас бы не сдохну, сейчас бы не обогнали меня. Так. Все, я финишировал. Найс, друзья, найс, лайк. Так. Офиген, друзья. Да капец, не, от первого лица сложно, надо, ой, от третьего сложно. Я взорвался. Я взрываюсь, это жестко. Да, док до финиши, все что-то финишируют. Ладно, я должен тоже финишировать. Все за мной повторяют. Так, окей, поехал, все, опять. Там чувак на рампу не заехал, короче. Лол. Не, я хотя бы на рампу заезжаю. Так, так. Круто. Да, а, я понял, все, я понял, что там. Там, короче, такой стоит ящик, он тебе не дает вылететь. И он тебя направляет прямо. Я думал, что не надо туда. С первого раза, как только, я первый раз вообще вылетел, да, с рампы? Ой-ой-ой, я, вот как ты сейчас, да, я понял, да, нормально. Первый раз я так вылетел, а потом нормально получилось. То есть я как-то... Ну, от какого лица едешь? Я от первого. Ну, вот от третьего. Потом. Но мне от первого легче. Так, ну, я погнал. Ой, вижу. Да там какой-то парень! Хоп. Так, так, так. Вот, видел отбойничек? Парень не помешал. Я почти прошел. А, на самом деле рампа-то короткая, лол. Вообще, сейчас пройду на изи, смотри. А, там все финишируют. Ну, ладно. Все до этого мешало. Так, а я не знаю, я потому что думал, что там дальше еще надо ехать и волновался, поэтому... Оп, смотри, иди в жопу. Тебе мешало волнение, да? Что это такое? Я не успею финишировать. Ну а на этом, друзья, серия подходит к концу. Надеюсь, что она вам понравилась, поэтому смело ставьте большие пальчики вверх. Не забывайте подписываться на все наши каналы. Ссылочки сможете найти в описании, а также вступать в группу ВКонтакте. С вами были, как всегда, Овер и Арктик. Всем удачи и пока-пока. Всем пока, братаны.